Необычный был 2020 год. Кризис, карантин, многих уволили. Но заметьте, не всех. Многие в этом году сделали прорыв и увеличили свой доход несколько раз. Кто же все эти люди? А те, кто быстро меняются и используют возможности даже в кризис. В этом видео я покажу вам, как вы сможете быстро начать зарабатывать от 2000 рублей за час, находясь дома или где-нибудь в жаркой стране, как я сейчас. Меня зовут Ольга Оленина, я специалист по продажам в интернете. Уже около 6 лет я зарабатываю онлайн, у меня скопился достаточный опыт, и я могу помочь вам начать зарабатывать в интернете. Посмотрите на результат моей ученицы, которая благодаря моей методике «Денежный калькулятор» смогла всего за один месяц заработать 85 тысяч рублей. И это абсолютно без вложений денег, без сложных схем, без сайтов и рекламы. Изучив мою методику всего за один час, можно уже приступать к работе и получить свои первые честно заработанные 2000 рублей уже на следующий день. Вот что вам нужно будет сделать. Шаг номер один. Зарегистрироваться на сервисе онлайн-калькуляторов. Это бесплатно. Выбрать один из готовых шаблонов. Далее скорректировать калькулятор и при необходимости добавить новые поля. На создание, например, вот этого калькулятора у меня ушло всего 15 минут. И я думаю, что с этой работой справится любой человек, который окончил хотя бы начальную школу. И четвертый шаг – это получить свои честно заработанные 2000 рублей. Но это еще не все. Кроме активного дохода вы будете получать пассивный доход. Со всех предпринимателей, которые будут использовать ваш калькулятор, вы будете получать пассивный доход. Предприниматель платит сервису абонентскую плату каждый месяц, и сервис выплачивает вам 30% от всех этих абонентских оплат. Давайте посчитаем, сколько вы сможете заработать, если будете работать, к примеру, 3 часа каждый день. 3 часа каждый день. Тогда ваш активный доход составит 79 тысяч рублей. Но кроме этого, вы будете получать пассивный доход, который с каждым месяцем будет увеличиваться. Через 6 месяцев ваш пассивный доход составит 19 800 рублей, а через 12 месяцев, через год, вы будете получать пассивный доход 39 600 рублей. Вы можете даже перестать работать и жить только на этот пассивный доход. Если же вы продолжите работать, то ваш общий доход, активный плюс пассивный, будет составлять более 100 тысяч рублей в месяц. Это реально крутой новый инструмент. Онлайн-калькулятор повышает продажи предпринимателей в несколько раз, и это тоже проверено. Вот посмотрите несколько отзывов самих предпринимателей, которые начали использовать онлайн-калькуляторы. Один из них выделился среди конкурентов, стал на шаг впереди конкурентов. Другой увеличил конверсию на 45%. Выигрывают здесь все. Хотите, несмотря на кризис, зарабатывать достойные деньги, выплатить все свои долги и кредиты и начать путешествовать? Читайте информацию ниже на этом сайте, приобретайте методику «Денежный калькулятор» и начинайте зарабатывать в интернете.